В ДК «Исток» провели акцию в память о трагедии 2004 года, которая произошла в Беслане. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек, включая женщин и детей. Художественный руководитель Дворца культуры «Исток» Надежда Подкопаева рассказала ребятам о произошедшей трагедии, напомнила и о других террористических актах. В театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, Волгодонске, при взрывах жилых домов в Москве. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение общества в борьбе с терроризмом.